Представляем коллекцию из 8 курсов от школы Logic Pro Help, в которых мы расскажем вам о работе с инструментами и плагинами, встроенными в Logic Pro, а также о сторонних инструментах, неоднократно зарекомендовавших себя в музыкальной индустрии. Вы узнаете о сведении мастеринга электронной музыки плагинами Waves, изучите такие инструменты, как Retro Synth, ES2 и Alchemy, а также Massive X и Serum. В дополнение мы расскажем о том, как работать со встроенным в Logic редактором барабанных партий Drummer, а также о записи гитары в линию, используя плагины Pedalboard и Amp Designer. Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас.